сегодня у нас фотосессия в дорогом удовольствии. Мы пытаемся показать, какая у нас классная школа, какие у нас классные училки, чтобы мальчики, девочки приходили, смотрели на нас и любили английский язык так, как мы его любим. Фотосессия для журнала «Дорогое удовольствие» в стиле плохой училки. Мы сейчас в совершенно замечательном месте, необыкновенном, и мне удивительно, что в Хабаровске есть такое место. Здесь учиться английскому интересно. Журнал «Дорогое удовольствие» проводит фотосессию с бэд-тичерами. Ага. Угу. Кто у нас бэд-тичеры? Бэд-тичеры. Вика, Даша и мать. И мать чья? И мать. Мать Залина. Мне нравится главная мамочка школы бэд-тичер. Это Залина. Она очень активная, она жизнерадостная, и она не как все, она необычная женщина. Работаем с нашим любимым салоном «Фея», который сделал стильный визаж и прически. И с нашим новым партнером, магазином «Тургеневский пассаж». Пригласил меня сюда журнал «Дорогое удовольствие». Они всегда с какими-то такими интересными проектами. И мне нравится работать с этим журналом, с какими-то такими необычными такими проектами. Но тогда, когда пришли девочки к нам на примерку, было вообще здорово с ними поработать. Что за образ вы подобрали для девочек, которые участвуют сегодня в фотосессии? Здесь, в общем, ничего специального, потому что хотелось подчеркнуть просто молодость, азарт. Как раз вот образ-то учительницы мы создали, но более такой сексуальный, интересный. Соответствовало, чтобы возрасту этих учителей. Все очень хорошо, красивая одежда, красивый макияж. И мы красивые, и, собственно, атмосфера дружеская, хорошая. Помимо детишек, кто у вас еще занимается? Взрослые люди также занимаются в нашей школе. Очень многие подготавливаются к ЕГЭ, и очень многие подготавливаются к поездке за границу. Это очень популярно на самом деле. И многие приходят даже ради того, чтобы просто попрактиковать свой разговорный английский язык. Студенты, которые приходят к нам, они, безусловно, очень классные. Прям все как на подбор. Девочки красивые, мальчики хорошенькие. Сами вы английский знаете? Знаю, я в прошлом учитель английского языка. Ой, да вы что? То есть вы могли бы посоревноваться? Нет, с этими девчонками точно нет. Они настолько хороши, они настолько современные, они настолько молодые, они настолько динамичны, что, конечно, нет. В ноябрьском номере у нас будет очень интересный обзор молодых предпринимателей. Мы подглядели о новых проектах, которые были на молодежном бизнес-форуме, и взяли интервью у некоторых его участников. Я думаю, что будет очень интересно по-деловому, по-ноябрьски. И мы изучаем английский вместе с плохой училкой. You will see this photo session in «Дорогое удовольствие» Хабаровск Magazine in November. Эту фотосессию вы увидите в журнале «Дорогое удовольствие» и в «Найтлайфе». В ноябре? В ноябре. В ноябре. В ноябре. Сколько слов по-английски ты знаешь? Может быть, 7.5. I like the teacher, I like «Дорогое удовольствие» magazine, and I like «Найтлайф» too. Thank you very much.